Здравствуйте, вы смотрите программу «Время здоровья». Если вас беспокоит боль в спине, у вас есть проблемы с позвоночником, внимательно смотрите нашу программу. Сегодня вы увидите. Межпозвоночная грыжа лечится. Надо знать, где нажать, где придавить. Ну и вот в этом, так сказать, я убедился в чудодействии доктора Шумакова. Как избавиться от последствий родовой травмы? Мы работаем и с шеей, и с черепом. Это приводит к улучшению кровоснабжения головного мозга. Добро пожаловать за стройной фигурой. Жировая складка становится меньше, она утончается, и, конечно же, человек худеет. Итак, знакомьтесь, гость нашей студии, известный мануальный терапевт, руководитель клиники Анатолий Викторович Шумаков. Здравствуйте, Анатолий Викторович. Здравствуйте. Ваше имя – это уже бренд. Я думаю, клиника доктора Шумакова всем известна. А вот расскажите, как все начиналось, давно, с чего все началось? Мануальной терапией я занимаюсь уже с 92 года. И за это время, да, у меня… Ну, это как бы такая интересная история, она длительная. Я вначале лечил, ходил по домам, а потом мне предложили открыть клинику. И в 2000 году мы впервые получили лицензию на лечение как раз с помощью мануальной терапии, с помощью массажа. И именно 2000 год, 14 июня, является днем рождения клиники. И поэтому в следующем году нам уже будет 15 лет. Большой уже срок. А вот что такое мануальная терапия? Про мануальную терапию. Мануальный терапевт – это специалист, который лечит с помощью рук, да? Имея определенные специфические медицинские знания. Это немножко похоже на массаж, но это гораздо глубже, потому что мануальный терапевт работает с суставами. Он работает с крупными суставами там, рук, ног. Он работает с суставами позвоночника. Кроме того, есть мануальная терапия внутренних органов, когда доктор может поработать с печенью, желчным пузырем, с половыми органами и так далее. Практически у нас нет ни одного органа в человеке, где бы не применялась мануальная терапия. Поэтому это достаточно такая широкая специальность. То, что касается возраста, да, есть мануальная терапия грудных детей. Да, в нашей клинике лечатся дети, начиная с одного месяца, с месячного возраста. И это сейчас актуально, потому что сейчас очень много детей с родовыми травмами шеи, костей черепа и так далее. Вы сразу начинаете это уже лечение? Да. Особенно это часто бывает, когда первого уже ребенка лечили, вот, рождается второй ребенок, и по старой памяти мамы приносят уже второго ребенка для того, чтобы с самого начала сразу же исправили какие-то проблемы, которые могли возникнуть или во время беременности, пока ребенок в утробе матери, или во время родов. И чем раньше это исправляешь, тем лучше у ребенка результат и тем легче ему дальше жить. Самый пожилой человек, который у нас был, это 93 года. То есть у нас, ну, мы лечим, во-первых, очень много разных заболеваний, да, то, что касается позвоночника, суставов и, конечно же, разного возраста. У нас есть и педиатры, которые работают, у нас есть неврологи, да, которые работают с проблемами, связанными, там, когда нерв зажат или еще что-то. У нас есть травматологи, ортопеды, когда проблемы связаны с нарушением осанки, например, со сколиозом, с кифозом и так далее. Это вот люди заранее где-то узнают, что у них такие проблемы, и идут уже обследованные? Или как? Вот почувствовали боль в спине, и сразу можно прийти? Очень даже по-разному к нам приходят. Некоторые уже обошли клиники, многие, и уже приходят и говорят, что вот нигде не помогли, вот, пожалуйста, попробуйте вы. Это уже более такие запущенные случаи с грыжами в позвоночнике, с какими-то артрозами суставов, когда уже предлагается операция, но человек хочет попробовать все-таки консервативное лечение, и в большинстве случаев мы помогаем обойтись без операции, таких очень много. А есть люди, которые уже знают о нашей клинике, мы работаем 15 лет, уже есть какая-то репутация. И если возникают какие-то боли,
человек приходит на первичный прием, доктор осматривает, проводит первичную диагностику, и если требуется рентген-исследование, или там сейчас можно томографическое исследование, то назначается или какое-то еще дополнительное обследование. А вот с грыжами-то что делаете? Неужели можно от нее избавиться? Раньше считалось, что грыжа позвоночника, она никуда не девается. По той простой причине, что сделать томограмму было, во-первых, дорогое удовольствие, во-вторых, томографов не было. Да, так вот. Сейчас, по новым данным, грыжа в течение 5 лет фибротизируется и рассасывается. Но для этого нужно создать условия. Да? Для этого нужно снять нагрузку с того диска, где вылезла грыжа. Да? Для этого нужно восстановить подвижность в этом отделе позвоночника и в соседних. Да? Ну, то есть нужно провести достаточно большую работу, и иногда это требуется не один курс. Но на первом курсе, как правило, снимается боль, а на последующих уже идет восстановление позвоночника. И ко мне приходят пациенты, которые лечились там 5 лет назад, 7 лет назад. Они приносят томограммы. Мы помним, какие диски лечили тогда. И мы видим, этот диск, например, полностью грыжа ушла. Клиника доктора Шумакова специализируется на лечении заболеваний позвоночника и внутренних органов. За 15 лет работы накоплен уникальный опыт, разработаны свои методики и подходы в лечении. Каждый доктор клиники имеет несколько специализаций, что позволяет лучше определить причину заболевания и, соответственно, максимально эффективно ее лечить. Существуют мягкие техники мануальной терапии, есть жесткие ударные техники. Жесткие ударные техники мы не применяем, потому что они достаточно травматичны. Задача мануального терапевта, в отличие от массажиста, это восстановить подвижность в суставе. Если массажист работает с кожей, с подкожным слоем, с мышцами, то доктор, мануальный терапевт, зная, как движутся суставы, его основная задача – восстановить подвижность всех суставов. В клинике доктора Шумакова применяется и аппаратная кинезиотерапия. Когда движение в суставе уже началось, то врачу легче это движение сделать таким, каким оно должно быть. И за счет этого терапевтический эффект увеличивается в несколько раз. Здесь хорошо можно лечить сколиозы, различные проблемы с суставами, особенно с тазобедренным суставом. Здесь можно лечить коленные суставы, плечевые суставы. Очень хорошо такой аппарат зарекомендовал в лечении межпозвонковых грыж. Для лечения межпозвонковых грыж и ряда других заболеваний в клинике доктора Шумакова применяется так называемый метод вытяжения позвоночника. Вследствие того, что мы большую часть времени вертикально у нас туловище находится, у нас постоянно диски испытывают сжатие. Здесь происходит обратный процесс, диски расправляются, туда начинает лучше поступать питание. Уже скоро будет как 10 лет, как я посещаю эту клинику. Я не принимаю никаких химических лекарств, а используется только лишь непосредственно воздействие на тот орган, который находится в организме человека. То есть надо знать, где нажать, где придавить. Ну и вот в этом, так сказать, я убедился в чудодействии доктора Шумакова. В клинике доктора Шумакова лечат и детей, начиная с самого младшего возраста. Часто во время родов смещаются шейные позвонки. Это приводит к тому, что возникает внутричерепное давление. Такая терапия приводит к улучшению мозгового кровоснабжения. Снимается внутричерепное давление, если оно есть лишнее. И это приводит к хорошему развитию мозга. Многие процедуры в клинике нацелены не только на лечение и укрепление здоровья, но и на создание и поддержание эстетической красоты. Для этого здесь используется уникальная аппаратная методика. Мы здесь видим роллеры, да, которые двигаются, которые захватывают кожу. И за счет захватывания кожи эти роллеры ее начинают массировать. То есть это не просто какая-то вакуумная терапия. Здесь идет тщательная проработка кожи. Аппарат позволяет локально эти жировые отложения хорошо отмассировать, тщательно отмассировать. Жировая складка становится меньше, она утончается,
И, конечно же, человек худеет. Сначала уходят объемы, а потом уходят непосредственно килограммы. Еще одна уникальная омолаживающая процедура – лифт-массаж лица на французском аппарате LPG. Технология основана на многомерной механической стимуляции без воздействия электрического тока. Такой аппаратный массаж восстанавливает питание и кровоснабжение всех слоев кожи. Подробную информацию о работе клиники доктора Шумакова можно получить по телефонам 55 47 47 и 41 10 10, а также на сайте cleanshum.ru. Клиники доктора Шумакова в Чебоксарах расположены по адресам: улица Николаева, дом 5 и проспект Максима Горького, 38, корпус 2. Это не все методики, которые мы применяем. Буквально в декабре мы запускаем новую методику лечения. Это подводное вытяжение позвоночника. Да. Вот. Мы одни из первых в республике опять-таки это начинаем. Вот. И там можно уже реально быстро видеть результаты. Когда человек делает томограмму до вытяжения позвоночника под водой, и после можно видеть уже какие-то существенные, причем подвижки. Это где-то человек будет в бассейне или в ванной лежать? Там есть специальная ванна, специальная методика. Да. У него будет, можно там проводить вытяжение шейного отдела позвоночника, вытяжение поясничного. Это поясничного отдела позвоночника. Это абсолютно безболезненно. Вот. Это, очень эффективно, потому что ты лежишь в воде, в ванне. В это время работает аппаратура. В это время проводится массаж подводный. Да? То есть это такая очень, очень высокоэффективная технология. Ну вот позвоночники, а если суставы, например, коленные суставы, тоже у вас лечат? Конечно, что там можно сделать? Мы лечим все практически суставы, хоть крупные, хоть мелкие. К нам приезжают, лично у меня основной контингент пациентов – это приезжие. Да? Даже не жители Чебоксар и даже не всегда жители республики. Вот сейчас у меня лечится там Шумерли, 3 человека лечатся с Екатеринбурга. Приезжают с Дагестана, приезжают с Йошкар-Олы, с Казани, с разных городов. Люди как-то узнают, это как-то передается из уст в уста, и много тяжелых приезжает пациентов с большими грыжами. Приезжают дети с детским церебральным параличом, неходячие, или задержка психического развития. Там, где требуется ювелирная работа с костями шеи, с шейными позвонками, с костями черепа. Приезжают люди, которым назначена операция, например, по поводу коксартроза, то есть когда у человека начинает разрушаться и разрушен частично тазобедренный сустав. И в таких случаях, чем позже идет операция, тем лучше. И многих проводишь мануальную терапию, снимаешь боли, напряжение, человек перестает хромать, начинает достаточно полноценно жить. И сроки, когда можно менять сустав, уже значительно сдвигаются, да. И некоторые просто избегают этой операции. Какие у вас планы на будущее? Далекое будущее и на ближние праздники? К Новому году, может, акции какие будут? На далекое будущее мы сейчас будем развивать вытяжение подводное. Да? То есть это уже к концу этого года у нас уже запустится, и можно будет проходить лечение. Планов много достаточно. Не стоите на месте, да, конечно, постоянно мы не новые стоим, методики. Мы постоянно учимся, постоянно развиваемся дальше. Сейчас очень много новых интересных методик, которые есть, которые внедряются. У нас, если смотреть по другим регионам, жителям республики повезло, потому что у нас мека мануальной терапии. У нас очень много талантливых мануальных терапевтов в городе. Да? Потому что если брать там Йошкар-Олу, даже один-два, и все. Да, все едут к нам. Да. Даже из Казани, где, казалось бы, тоже цельная школа мануальной терапии, тоже и приезжает к нам. Я уж не беру там какие-то совсем маленькие города. Вот. То, что касается новогодних праздников, у нас, как правило, бывают традиционные новогодние скидки.
У нас в конце года мы предлагаем сертификаты, да, подарочные сертификаты новогодние, для того, чтобы можно было сделать подарок хороший, полезный для здоровья, для всего, для своих родных и близких, с хорошими скидочками. Так что об этом всем можно узнавать на нашем сайте. Да, сайт у вас хороший, много там всего выложено. Да, у нас много на сайте информации, у нас много передач. Можно задавать какие-то вопросы, обращаясь на сайт. Кому тяжело, иногда мы даже консультируем. То есть люди высылают свои снимки, но особенно если человек не из нашего региона. Вот, и вот идет такое общение. Ну, спасибо большое, Анатолий Викторович, что нашли время заглянуть к нам в студию, рассказали столько всего интересного. Спасибо вам. Спасибо. Будьте здоровы. Программа наша на этом заканчивается. Я желаю вам крепкого здоровья. До встречи.